Ну и вот, 17 марта, Масленица. Выдвигаемся в сторону Ford Family. Тут происходит утренний завтрак, потому что что? Не успели мы позавтракать, потому что выезжаем рано утром, чтобы все собрались. Вы знаете, когда много машин, надо выезжать намного раньше. Даже вот вывеску, смотрите, какую сделали. Прям Масленица, прям красиво, прям хендмейд видно. Народ едет, народу уже много. Народ прибывает. Но мы тоже выдвигаемся. Пора, пора. Кажется, добрались, выстроились вот таким очень красивым лагерем. Смотрите, какой есть тут. Как это такое называется? Да, как это называется? Брайан, это называется маяк. Сейчас же модно маяки. Вот. А позади меня копчегай. Он уже размерся, бушующий, потому что есть небольшой ветерок. И сейчас вы увидите это сверху. Ну а мы, я так понял, на маяк. Опа! Как тебе вид отсюда? Классно, смотри, озеро видно, бушующий копчегай. Так, озеро и бушующий копчегай. А там есть наш лагерь. Да, вот небольшой наш лагерь. Такой небольшой. Ну пока что самый большой, да, наверное? Да. Ну, наверное, еще народ приедет. Конечно. И очень много. Как тебе настроение? Мы приехали на празднование Масленицы. Надо сжечь, наконец-то, чучело, чтобы зима отступила. Чучело уже готово, вон там он стоит. Мы сейчас находимся на маяке. Там бушующий копчегай. Посмотри туда, посмотри, сколько машин еще едет к нам. Обалдеть. Ни одной. Вот такими небольшими группами приезжают машины, заезжают на территорию. Хорошая организация в том, что здесь есть беседки, туалеты приличные. Все организовано. Удобство, удобство. Самое интересное, посмотри, есть целый стенд. В этом году отмечается 15 лет Масленицы Наумовых, да? Насколько я знаю. И вот с каждого года, посмотри, сделали фотографии. Вот 2010 год, вот 20-й. Так, а где мы? Так, мы в каком-то были, вот 100 пудов. Сейчас найдем, покажем. Пошли, мы были в 2020-м. Смотрите, какая была погода. Погода была просто супер. Проводилась на Касазене. Воздушный шарик, вот я помню. Вот даже можно посмотреть каждый год, какая погода. Вот смотри, снежок. Нету снежка. Дэн, смотри, с мамой сфотографируемся сейчас.
Да. Ну, короче, вот это называется без шансов. Слушай, ты посмотри, сколько машин, да? Вот мы чуть из основного лагеря выехали. Вау! Вот это красотища! Вот, разложились. Ольга готовит супер штуковину такую вкусную. Пока не покажу, потом покажу. Да-да, мероприятие прям удалось. Ты посмотри, как сколько собралось народу. Красота. Где Дэн? Классно. Классно, да? Да. Обалдеть, вы посмотрите, вот весь берег, это все в машинах, в людях. Популярное, конечно, мероприятие, да? Это мероприятие что означает? То, что наступает настоящее... Дэн, смотри, сколько людей смотрит на остатки замерзшего Копчегая. Вообще выглядит классно. Там такие волны, и прям подлетает вода. О, подлетела. Прям сказал, и она сделала это. Красота. Красиво. Начались конкурсы. Так, аккуратно, аккуратно. Молодец. Блин, классно, да? Придумано. И дети заняты, и весело. Нагуляли аппетит. Перекус. Поднялись на вот эту дюну. Какой вид, представь себе. Красиво. Это гораздо же лучше, чем вон там. Вот это да. Вон там знаменитый пляж Золотые Пески. Вон там он прям. А мы вот где-то вот здесь вот. Вот с этой вот скалы немного спуститься, с этой дюны, наверное. И вот тут открывается еще лучший вид. Давай, волна, подыграй. Ну прям сейчас надо. Спасибо, волна. Шара. Шар запустили, потому что что? Ветер совсем, да, спал? Да, спал. Конкурсы идут, он там играет в волейбол. Ну, если честно, во все играет, просто сразу не поймешь, да? Слушай, красиво смотрится. Вот он, красавец, да? Кстати, 6 тысяч детский, 12 взрослый. Thank you.
хорошо, чучело сожжено. Че? Можно отправляться домой? И мы выезжаем уже обратно. Обалдеть! Тут перед зоной вот этот Ford как Family или да, что-то такое. Где проходила масленица. Вот это все тоже забито. Люди прям тут мангалы ставят. То есть их делают. Ну они же тоже хотели приобщиться к празднику. Что да, ты? Да, да, все. Не, все правильно. Я к чему? То, что насколько ну, популярно это стало, да. Спасибо популярно большое. Популярно это все на природе. Это хорошо. То есть это да, не в кафешке где-то делается, непонятно. Это на природе, это красиво. А еще я видела, что люди, которые здесь отдыхали, весь мусор собирают за собой. Кстати, да. Вот это вот я вот хотел бы тоже отметить. Было очень много мусорок выставлено, чтобы было чисто. Ходили, подбирали. Я прям была в восторге. Неужели что-то реально меняется, да? Наверное, в сознании людей. А вообще классное празднество, правда ведь? Мне очень понравилось. Да. Ну, а мы едем домой? Ну, а куда? Чучело сожгли, феерично, классно. Феерично, да. Значит, скоро будет классная теплая весна, и это значит, будут новые классные поездки. Так что смотрите, подписывайтесь, не забывайте про нас. Да. Всем пока. Пока. Пока.